Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко дошло до суда. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сегодня провели первое предварительное заседание. Дал незаконные указания руководителю акционерного общества о продаже земельного участка конкретной организации, тем самым по заниженной стоимости, тем самым причинив ущерб обществу акционерному, а также бюджету Новосибирской области. Речь идет об этом участке на улице Чаплыгина. Им владела компания, учрежденная правительством региона. По версии следствия, Юрченко не позволил провести открытые торги. Участок перешел одной из коммерческих фирм, а бюджет потерял несколько миллионов рублей. Экс-губернатор сегодня в очередной раз заявил, что все обвинения надуманы и свою вину он не признает. В обвинительном заключении содержится множество неточностей, неконкретностей и нарушений конкретных статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому мы и заявляли ходатайство о возврате обвинительного заключения прокурору. Суд сегодня ходатайство защиты отклонил. Рассмотрение дела по существу начнется на следующей неделе.